из Бухареста. Предлагаем вам следующую минуту программу. Культурное обозрение. Дорогие друзья, Интеррадио Румыния пригласила вас до 30 сентября принять участие в конкурсе фестиваля имени Джордже Енеску, посвященном 20-му одноименному фестивалю. Мы получили 346 правильных ответов. Благодарим вас за ваш интерес и приглашаем вас принять участие и в других конкурсах, организованных нашей радиостанцией. Как вы, наверное, уже знаете, в настоящее время проходит конкурс, посвященный городу Буштейн, расположенному в долине реки Прахова, а для следующего периода мы готовим вам другой сюрприз. Конкурс был спонсирован автономным управлением Монитору Официал при поддержке Ромфилателия и издательского дома Каса Радио. У нас есть премии в предметах, связанных с Джордже Енеску и румынской симфонической музыкой, но и румынской культурой вообще. Из наших передач, сайта Интеррадио Румыния, но и в Facebook и Twitter вы смогли узнать ответы на поставленные нами вопросы. Конкурс завершился 30 сентября 2011 года. Мы получили ваши ответы и определили победителей. Начнем с вопросов, на которые мы пригласили вас ответить. Когда и где родился Джордже Енеску? Правильный ответ. 19 августа 1881 года в селе Ливень в уезде Ботошань на севере Румынии. Назовите как минимум три музыкальных произведения Джордже Енеску. Для правильного ответа вы могли выбрать среднесимфоническую сюиту опус 1, румынская поэма, двух румынских рапсодий, оперы Дип, симфонической поэмы Вокс Марис, семи песен на стихи Клемо Маро, сюиты для оркестра номер 1, сюиты для оркестра номер 2, струнного квартета номер 2.